сытный и очень вкусный перекус, который подойдет как для пикника, так и для домашнего ужина. Приготовить фиш-ролл несложно, а результат вас приятно порадует. Попробуйте. Для этого рецепта понадобится либо лаваш, либо тонкие лепешки тортильи, в качестве начинки сочные овощи, которые можно комбинировать по вкусу и филе любой любимой рыбы, у меня минтай, в дополнение с ароматным соусом получается невероятно вкусная закуска, которая понравится всем. Для рыбы идеально подойдет соус тартар, который можно легко приготовить в домашних условиях, а можете взять любой другой любимый соус по вкусу. Рецепт рассчитан на 2 порции, по желанию количество ингредиентов можете увеличить. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Подготовьте все ингредиенты, филе рыбы нарежьте небольшими кусочками. Филе рыбы полейте соком лимона, посолите и добавьте специи, перемешайте и оставьте на 20 минут. Затем каждый кусочек рыбы обмакните во взбитое солью яйцо и обваляйте в сухарях. Обжарьте в разогретой сковороде до готовности с двух сторон. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Лаваш разрежьте пополам и смажьте соусом, пекинскую капусту тонко нашинкуйте, помните руками и выложите на лаваш. Сверху выложите порванные руками листья салата и обжаренные кусочки рыбы. Поверх выложите нарезанный соломкой огурец, полейте все соусом, затем подверните края и сверните лаваш плотно в роллы. Таким же способом приготовьте второй фиш-ролл. Перед подачей закуску по желанию можно подогреть на сковороде гриль. Приятного аппетита! Вкусняшки, подписавшимся. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Филе рыбное, 200 грамм, у меня минтай. Сухари для панировки, 50 грамм. Яйцо, 1 штука. Огурец, 100 грамм. Капуста пекинская, 100 грамм. Лаваш, 1 штука. Лимонный сок, 1,5 столовые ложки. Растительное масло, 30 мл. Соус, по вкусу, у меня тартар. Соль, по вкусу. Специи, по вкусу, у меня смесь для рыбы. Количество порций, 2. Если вам нравится мое видео и вы хотите отблагодарить меня, то ставьте палец вверх. Если нет, то палец вниз. Люблю вас, друзья, жду снова.